халапеньо Эль-Джеф. Это высокоурожайный сорт таких вот крупных перчиков. Такие перцы могут достигать до 8 сантиметров в длину. Это очень толстый перец, толстостенный. При созревании он имеет вот такой вот красный цвет с микротрещинами. Вот, даже на зеленом есть небольшие трещинки. Эти трещинки считаются, что перец высокого качества. Срок созревания такого перца от 70 до 80 дней. Высота куста может достигать от 70 сантиметров до 1,5 метров. Да, в этом году вот с такой погодой, да плюс дожди, холодно. Вот кустики у меня не выше 30 сантиметров. Острота такого перца от 5 до 8 тысяч скобелей. Перец употребляет пищу в таком вот зеленом виде, незрелом. У этого сорта, если собирать перчики зеленые, у них острота нулевая. Ну, только острота бывает у самих семечек. Вот, семечки острые. А сама плоть, она сладковатая, имеет такой приятный вкус, чем-то напоминающий сладкий болгарский перец, зеленоплодный. И он такой плотный-плотный. Когда перец созревает, ну, мне больше нравится, когда он полностью созревший, когда он красный. Он приобретает такой сладковатый вкус, более насыщенный вкус у него и уже довольно приличная острота. У зеленого, как я уже говорил, острота нулевая. Только острые сами семечки. Этот перчик можно выращивать как в открытом грунте, так можно выращивать и на подоконнике. Вот, кусты у меня небольшие. Если будете выращивать в горшках, кусты будут совсем маленькие. Где-то в пределах 30-40 сантиметров. Он вяжет очень-очень большое количество плодов, если посмотреть. Вот смотрите, вот они прямо аж в землю поврастали. Вот. Вот такие вот. Такие вот красавцы. Очень хороший и очень высокоурожайный сорт. Советую всем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеообзоры.